Чтобы похудеть и сжечь жир, надо помнить универсальное правило. Расход калорий должен превышать их потребление, то есть суточную норму. Когда вы тратите больше калорий, чем потребляете с пищей, организм начинает расщеплять жир и мышечную массу для получения необходимой энергии. Тратят калории с помощью спорта, а для того, чтобы меньше их потреблять с пищей, нужно уметь считать свою суточную норму. Сделать это можно с помощью онлайн-калькуляторов, которых сейчас предостаточно, или скачать приложение на ваш смартфон. Помимо использования счетчика, вам предстоит узнать калорийность продуктов. Все это тоже можно найти в интернете. Ну так, для примера, в 100 граммах чеснока 106 калорий, в 100 граммах свеклы 48, в финиках 280 калорий, а вот в грейпфруте 35. В 100 граммах молочного шоколада 547 калорий, в зефире 299. Между пшеничным и ржаным хлебом не особо большая разница – 254 и 214 калорий. Все крупы примерно в одном диапазоне – от 322 до 357. Из мяса самым низкокалорийным являются телятина и баранье сердце. Из морепродуктов самое высококалорийное – печень трески – 613 калорий в 100 граммах. Кстати, совсем недавно в одной популярной социальной сети появился интересный аккаунт, на странице которого изображены популярные продукты питания с измененной упаковкой. Вместо знакомых логотипов указано точное количество калорий. В заголовке страницы написано: «Вот как бренды должны выглядеть на самом деле, чтобы помочь людям следить за фигурой и привести себя в форму к лету». А вот так выглядят 200 калорий в разных продуктах. Сосиска – 66 граммов. Чизбургер – 75 граммов. Паста отварная – 145 граммов. Картофель фри – 73 грамма. Мини-перец – 740 граммов. Брокколи – 588 граммов. Яблоко – 385 граммов. Сливочное масло – 28 граммов. Жареный бекон – 34 грамма. Молоко – 333 миллилитра. А задумывались вы о том, сколько нужно приложить усилий, чтобы сжечь любимое лакомство? Так вот, один чизбургер – это 301 калория. Для того, чтобы от них избавиться, вам придется пробежать 28 минут со скоростью 8 км в час, проехать на велосипеде 20 минут или активно поплавать 22 минуты. В одной пол-литровой бутылке пива 200 калорий. Чтобы их сжечь, вы должны заниматься фитнесом 36 минут, плаванием 15, а ездой на велосипеде 13 минут. Чтобы отделаться от 430 калорий, которые содержатся в пачке чипсов, нужно 43 минуты бегать или 78 минут заниматься фитнесом. Вот еще пару расчетов. Чашка кофе – 420 метров бега со скоростью 10 км в час. Бутерброд с икрой без масла – 1 км. Мини-кекс – 1 км 840 метров. Початок вареной кукурузы – 2 км 38 метров. А 60-граммовая пачка сухариков – 4 км 240 метров. Ну вот теперь вы знаете всю правду о калориях и можете с легкостью их контролировать.